Привет, ребята! Вы на канале Василиса и друзья! Сегодня мы с Василисой решили показать вам очень необычный способ рисования. Точнее, Василиса тоже не знает этот способ. Я сейчас покажу и ей, и вам. Нам не понадобятся ни краски, ни кисточки. Да, нам фломастеры и не карандасы. Да, нам понадобится кое-что совершенно другое. Точнее, краска-то нам понадобится, но рисовать мы будем не ей. Во-первых, нам понадобится пена для бритья. Обычно у папы она есть всегда. Да. И клей. Вот такая у нас бодейка, клей ПВА. Да. Вот у нас есть. Такая большая. Вот. И несколько цветов. У нас это синий, желтый, оранжевый. Можно использовать краски, гуашь. Да, можно использовать специальные краски, можно пищевые красители, все что угодно. Так, начнем. И палочки ватные. Начнем мы с того, что нарисуем сам рисунок. У нас есть такая плотная бумага, она как картон. Можно я нарисую что-нибудь? Давай, я сначала. Первый я нарисую, я тебе покажу вообще, что я имею в виду и расскажу. Я нарисую шарики. Самые обычные шарики. Как будто у нас шарики летят в небо. Сейчас, буквально минутку. Вот так, оп. Шнурочки. Вот такие вот шарики у нас будут. Не знаю, видно, не видно. Вот. Теперь я. Вот, видите? Такие шарики. Подожди. Сначала. Так, у нас здесь 5 шариков. Да? И нам нужно будет для этого рисунка 5 цветов. Но мы не просто возьмем, да, краски. Там зеленый у меня есть, сиреневая. И там еще у нас есть желтая вот. Да. Так, красная, оранжевая. Мы не просто возьмем эти цвета и будем ими рисовать. Мы сейчас сделаем кое-что интересное. Вот у меня есть такие стаканчики, да. Нам понадобится 5 цветов. 2, 4, 5. 5 стаканчиков. Так, и я возьму еще один стаканчик. Берем стаканчик. Налью в него клей. Клей ПВА. Клей ПВА, да. Ой, не открывается. Ой. Так, вот клей ПВА. Так, нальем вот стаканчик, чтобы нам удобнее было. Чуть-чуть. Вот так вот. Угу. И теперь... Какой пахнет он не очень хорошо. Ага. Нюхать его прям специально не надо. Нюхать. Ага. Дети. И в основном делать лучше с родителями, конечно, потому что самим с клеем ПВА баловаться не стоит. Я по чуть-чуть наливаю стаканчик. Совсем немножко. Вот. Видите, совсем чуть-чуть налила. Один стаканчик. Второй стаканчик. Так, а теперь вот я отставлю красители в сторону, да, чтобы они нам сейчас не мешали, вот они здесь постоят. Так, а теперь что я делаю? Я беру и в каждый стаканчик я наливаю пену. Оп. Это было сейчас. Оп. Что происходит? Пена. Что происходит? Не, до этого. Так. Вот часто было. Вот так вот. И теперь мне надо перемешать. Наверное, я перемешаю. Давайте ложечкой у меня есть. Пену и клей. Вот так вот. А я вторую. Пока, подожди. Мне надо посмотреть. Хватит ли нам клея, хватит ли нам пены. Вот таким вот образом. Я все хорошенечко перемешаю. Да. Так, ни в коем случае это не делайте одни. Да, с детками. Детки обязательно должны делать это с родителями. Да. Так, вот у нас пена получилась. Она такая вязкая такая стала. Густая. Ага. Вот она прям. Можно я теперь попробую? Подожди, я сначала покажу дальше, что мы делаем. Это же еще не все. Это же не все. А что внизу? Где? Там пустота просто, поэтому такой свет падает. Клей-то я весь перемешала с пеной. Так, это мне не нужно.
возьми салфеточку, вытру на пену. Так, а теперь я, знаете, что сделаю? Да, возьму красочку. Вот. И возьму немножечко ее. Мне много не надо. Прям буквально капелюшечку. И добавлю туда прямо в пену. Прямо в пену и начну вот так вот перемешивать. Оп-оп-оп-оп. Золотой цвет получается. Да? Вот так вот получается. Очень красивый желтый цвет. Так, вот. Смотри, какой шарик. Видите? Так мы сделаем шарик. Шарик. Так мы сделаем со всеми цветами. И покажем вам, ребята, что у нас получилось. Вот, ребята, смотрите, мы уже все краски подготовили. Вот так быстро. Наш красивый желтый. Да. Вот красненький. Вот зелененький. А вот красненький. Давай поближе покажу. Вот что у нас получилось. Это из красного цвета. Видите, он светленький получился. Это оранжевый. Персиковый. Персиковый, правильно, да. Фиолетовый. Да, такой фиолетовый, сиреневый даже, я бы сказала, цвет. Да. Так, вот такая красота у нас получилась. Угу. Сторонку мы убираем. Так, ну а теперь, ребята, мы берем наши шарики. Это классные. Да? И сейчас мы покажем, как мы будем их разукрашивать. Да. Так, вот, ребята, наши шарики. Да? Мы берем теперь палочки. Вот. И берем какую-нибудь краску. Я возьму палочками. Сейчас подожди, Васюна, палочками вот так вот накладываем прям сверху на рисунок вот так вот пену. Бери, Василиса, какой-нибудь цвет. Я возьму, знаешь, какой вот этот желтенький. Да, бери палочку и вот эту. Угу. И тоже разукрашиваю. А у меня вот этот. Ребята, благодаря тому, что у нас в пене есть клей, пена это потом затвердеет, никуда не денется и останется вот так вот объемным красивым рисунком. Какой? На бумаге. Вот такая красота у нас получается. Так, ребята, вот у нас Василиса уже делает последние штришки, да? Угу. Вот, все, да? Все. Давай уберем, чтобы не мешал. Давай покажем. Вот, ребята, куда ты пальцем? Ну и зачем? Вот смотрите, ребята, вот такие шарики у нас получились. Видите, объемный рисуночек. Правда, кто-то поляпал сейчас пальцем, да? Ага. И теперь у нас тут какая-то ляпка посередине. Это нечисто. Да, ну вот так вот можно сделать такие шарики. Ага. Да? А еще мы сделали с Василисой вот такие цветочки. Василиса рисовала, делала такие. Видите, они такие объемные. Они подсохнут и так и останутся объемными. А у меня получилась вот такая вот бабочка. Да. Красивая. Так что, ребята, рисуйте с мамами, с папами, с бабушками, дедушками, да? Да. Рисуйте, пробуйте. Вот. Угу. И у вас, я уверена, получится замечательные рисунки. Да, и повесьте их себе в рамочку, поставите на столик, да? Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вас ждет еще очень много всего интересного, да? Да. Пока-пока. Всем пока-пока! Увидимся снова!